Итак, дорогие друзья, и последний, в принципе, Рут с Винсентом, с Крисом, когда, каким образом мы должны выйти на этот Рут? Таким образом, чтобы мы помогли ему, в принципе, кататься на катке. Вот, да, помощь свою предложили. Там неважно, как мы будем выходить, главное тут, чтобы все было четенько. Винсент, не смеши меня, он не такой мелочный. О, ты хорошо меня понял, о чем я? Я все слышу, перестань. Они переглянулись. Ну, начинается. Вы прям как дети. Вам так нравится грызться по пустякам? Да ты даже не знаешь, почему мы грыземся. И еще ведь, вы мне же не говорите. Тоже мне друзья. Ничего, мы не ругаемся, все в порядке. Если закрыть глаза на конфликт, то его как бы и нет, верно, Винс? Может быть, это что-то на уровне химии? Они взрываются при взаимодействии или вроде того? Винсент, подойди поближе. Он выполнил мою просьбу, после чего я взял его за руку. Нехитрым маневром я притянул их друг к другу и сцепил их ладони, сам оставившись полностью свободным и чуть позади ребят. «Эй, что это за сводничество?» «Винсент здорово катается, я уверен, что он сможет тебя научить». Винсент меняется в нерешительности, не зная, стоит ли отпускать его руку или нет. Крис же вцепился сильнее, не давая ему права выбора. «А что это даже весело?» «Я буду следить за вами, заботливая мамочка Скотти. Не дразни его, хочешь ты научиться или нет? Веряю тебя в свою жизнь. Пожалуйста, позаботься обо мне. Я не готов к такой ответственности». То они грызлись всю новеллу, а тут прям танцуют уже вместе. То есть не танцуют, а ездят. Не знаю, правильно ли сталкивать их вот так вот в открытую, но я надеюсь, что они помирятся. «Неправильно. Я оставил их ненадолго, покружив вокруг елки». «Неправильно. Проехав еще один круг, я застал ту же картину. Винсент кажется суровым учителем. Ты точно меня слушаешь? Я понял, что смотреть со стороны не получится и решил присоединиться к их обучению. Крис ронял меня попеременно, то меня, то Винсента. Ему не терпится проехать сразу и быстро, и ровно. Он не пытается начать с малой скорости. Возможно, он безнадежен. Со временем мы втянули в игру «Поди с Крисом» еще нескольких одноклассников, так не вовремя посетивших каток, сломая себе ногу вместе с Крисом. Новая телепередача от Блудлинеса. «Я так больше не могу!» Винсент пытается говорить сквозь смех. «Забирай его, я устал! Вам принеси чего-нибудь?» «Да, пару бабушек с этих саладушками. Саладушек». Он толкнул Криса в мою сторону, и тот, на удивление, хорошо проехал короткую дистанцию. «Так можно? Тогда я хочу чуть-чуть горячего». «Хорошо, я мигом, сейчас свой член разогрею в микроволновке». «Ну ладно, я уверен, что он и тебе что-нибудь возьмет». «Второго члена у него нет. Ну, Кевин там, если что». «Ты делаешь успехи, можешь сам проехать кружок». «А как же подержаться за руки? Уже не хочешь? Это было нужно только для того, чтобы ты не упал. Не стесняйся так, можешь открыто выражать свои чувства. Ты придурок». Он схватил меня за руку и поехал вперед, быстро набирая скорость. «У тебя и правда получается? Хотя и поначалу ты был таким неуклюжим. У меня был строгий учитель». Крис резко затормозил и потянул меня к себе, отчего мы оба, конечно же, оказались на льду. Снова. Он рассмеялся. «Тебе это нравится?» «Ну, определенно». Я почувствовал чей-то пристальный взгляд и осмотрелся. Показалось? Винсента не было довольно долго, он был отловлен мистером Беннетом и привлечен к работе. Блин, никогда не катался на этих коньках таких, но как-то одевал, они были меньше на мою ногу, короче, вообще маленькие, не знаю, где-то я их откопал, и у нас такие дороги, что там и не покататься, в принципе. Хотя везде был лед, я помню, но я чуть ноги себе не вывернул к хренам собачьим, потому что они, наверное, были маленькие, очень маленькие. Винс принес горячий шоколад на всех, и мы с удовольствием его выпили. Примерно тогда мы поняли, что катаний на сегодня хватит, и вернулись в холл, совершенно мокрыми и счастливыми. Я думаю, что если роликовые коньки ты умеешь кататься, то и на ледяных, в принципе, ну, вот этих можно кататься, да? Ну, там, что, сложно разве? Ближе к вечеру мы собрались посидеть у костра. Я помню, как я катался на велосипеде, учился, и вот это было, да, я падал там раз 200. Жареный зефир, страшные истории, что может быть лучше? Так, это мы уже все видели, идем. Итак, мы дарим подарок свой Крису, и он говорит: «Ого, что там, обручальное кольцо?» «Чего?» «Нет, конечно, придурок, там печенье». Он счастлив, блин, печенье нашел, что дарить. Я, кстати, мы только сейчас узнаем, что же там он дарит. Печенье, ты серьезно? Ты почему еще, я не знаю, там, хлеба подарил бы?
какого-нибудь бы. Он счастливо улыбнулся, и в кои-то веки его улыбка не смотрелась хитрой ухмылкой. Не, хотя если печенье только какое-то такое, знаете, в жестяной банке, там, какое-нибудь дорогое. Да даже это печенье, оно нахрен не надо, ты сожрал и все. Вообще не понимаю, как можно еду дарить. Ну только если ее не дохерище, чтобы обожраться и растолстеть на 200 миллионов килограмм, пробить полы дома, как бы, и чтобы мама дала пизюлей. Папа, мама. Спасибо, с Рождеством тебя. Я вздрогнул, собственно, телефона. Так, нам опять вот вызванивает мама, мы с ней разговаривали, там туда-сюда, 5-10. Как насчет встретиться в холле, только ты и я, прям сейчас. Походу это Крис, наверное, я не знаю. Такое интригующее сообщение поступило мне от Криса. Во, не знаю, что он придумал, но не могу отказывать себе в проявлении любопытства, поэтому прямо сейчас я на полпути до холла. Я обнаружил Кристофера сидящим на диване. Мягкий свет гирлянд переливался на нем, наполняя всю картину теплой и уютной атмосферой. А он лежал, и одна большая гирлянда между ног светила, освещала всю комнату. Знаете, как диско-шары такие. Ты меня заинтересовал? Ну, отлично. У него, кстати, свитер офигенный. Вот я бы такой свитерок хотел бы. Отлично. Подойди поближе. Я сделал несколько шагов навстречу. Немного правее. Да, вот так в самый раз. Я остановился и с интересом уставился на Криса. Что дальше? Я подошел... Он подошел ко мне вплотную. Посмотри наверх. Ко мне закрылись смутные сомнения, я оказался прав. Мы стоим прямо под веткой Амелы, ну типа опять же поцелуй. Он издевается надо мной. Я не могу понять его мотивы, ведь я сейчас... ведь сейчас нас даже никто не видит, никто не оценит его шутку. Ты это серьезно? А как же? А как же, самое время бежать. Даю тебе 2 секунды. Бежать? Мне кажется, что эти 2 секунды это мало, чтобы... О, еще один Артик. Подумать. Но тут Артик какой-то слишком уж простяцкий. Ну, хотя тоже красивый, но... Он наклонился ближе, поцеловал меня. И я не успел никак среагировать. Какого черта? Он погладил ладонью мое лицо и углубил поцелуй. Ноги подкосились, и я оперся на Криса, хватаясь руками за его свитер. Никогда раньше я не испытывал ничего подобного. Я прикрыл глаза, чтобы сосредоточиться на столь приятных и неправильных ощущениях. Кристофер парень, он целует меня, парня, так страстно и жарко. Это же неправильно. Как бы то ни было, я не сопротивляюсь. Вы все равно животные, какая разница, вы можете что угодно творить. Вы животные просто, собаки, олени там, я не знаю, спицы в жопе. Ладно, лисицы. Как бы то ни было, я не сопротивлялся, потому что я не могу и не хочу. Я чувствую, как быстро бьется его сердце, и мое собственное подхватывает его ритм. Так приятно. Это охватило меня с головой. Я отвечал ему, я чувствовал, как вскипает кровь в жилах. И не было в мире уже ничего, кроме Криса и этого поцелуя. На мгновение голова прояснилась, и я понял, что нужно это прекращать. Сейчас бежать уже поздно, но я предпринял неуверенную попытку. Как только я развернулся спиной к Крису, я сразу же был пойман в крепкие объятия. Он аккуратно, но сильно придерживает меня, не давая уйти. «Тебе не кажется, что ты ведешь себя слишком своевольно?» Я тяжело дышу, пытаясь выровнять дыхание. Дикий стук сердца отдается по всему телу. Горло пересохло, хочется глотнуть воды. Ты обещал мне рождественское настроение, и сейчас оно появилось. Я смущен, взбудоражен и напуган. Все вышло слишком быстро и просто. Слишком непонятно, без писюна... Ладно. Те чувства, он абсолютно... Они неправильные. Как могут они быть такими приятными и такими волнительными? Ты мне нравишься. Сердце кольнуло и окутало приятной болью. Он выпустил меня из своих объятий. Я не решаюсь развернуться, и в итоге мне не приходится это сделать. Он сам обошел меня, чтобы оказаться лицом к лицу. Я хотел сказать раньше, но все никак не подворачивался подходящий момент. Нужно было сделать еще это до поездки. Скажи мне, у тебя с Винсом ничего нет? При чем тут Винс? Мы же просто друзья, как он мог подумать? Хотя мы с Крисом были просто друзьями до этого момента, никогда бы не... Подумал, что все так обернется. Мы друзья. Выходит, Крис влюблен в меня. Несмотря на произошедшее, мне сложно в это поверить. Мне казалось, что он увлечен только бейсболом. Почему он заинтересовался мной? Отлично. Я боялся, что он попробует наложить на тебя руки. Чего бы Винсент тут делать что-то подобное? Ты будешь со мной встречаться? Разве такое не нужно спрашивать о том, как на кого ты кидаешься с поцелуями? На его лице заиграла типичная крисовская ухмылка. Ты должен знать, на что ты подписываешься. Или от чего отказываешься. Мне сложно смотреть ему прямо в глаза, я отвожу взгляд. Нужно дать какой-то ответ. Ну разве у меня есть выбор? Кажется, что сердце решило за меня. Крис словно бы знал все это заранее. Что будет, если я соглашусь? Ты будешь очень счастливым, обещаю.
И что же мы ему ответим, вопрос? А интересно, с Габриэлем тут будет момент или нет? Вместо сонливости мою голову заполнили воспоминания о вчерашнем дне. Вчерашней ночи. Чувствую, как моим щекам приливает кровь. Потому что, ну, там должно быть что-то. Вчера я согласился. Да, он согласился все-таки. Получается, что мы и Крис парочка? Не могу в это поверить, это так странно. Не знаю, как теперь спокойно смотреть ему в глаза. Так, тут все то же самое. Так. Крис... Ага. А тут перематывать я могу? Да. Так, а ну-ка, думаешь, я тебя ударю? Никогда я этого не боялся. Ты не хочешь меня слышать, Скотт? Так, проматываем, понаматываем. А я могу Да, я могу проматывать. Смотрите, врагами это что за вздор? То же самый разговор. А ну-ка. Подожди, он все равно меня поцеловал, но вот тут я не могу перематывать. Только я поднял руки, чтобы отстранить Габриэля. Как это сделал за меня Крис? Он схватил Габа за ворот куртки и тянул назад. Отпизди его, Крис, за то, что целует, сока, падла. Какого черта ты творишь? Ты сам все видел. Я постарался забыть только что произошедшее, но это давалось трудом. Меня поцеловал парень, еще один парень. Тебя уже тут и перецеловали, и перетрахали все подряд, как Саша Грей прям. Я протер губы тыльной стороной ладони. Завидуешь? Крис нахмурился еще сильнее и замахнулся на Габриэля. Удар пришелся точно по челюсти, наверняка это очень болезненно. Нужно остановить их. Прекратите! Я достанусь победителю, пиздитесь насмерть на носорогах. Я вклинился между ними, не давая Крису совершить еще один удар. Габриэль, кажется, не собирается давать отпор. Кристофер схватил меня за шкирку, словно котенка, и отстранил в сторону. Какого черта ты позволяешь, кому попало делать с тобой такое? Я просто не ожидал. За тобой глаз да глаз нужен. Теперь он обратился к Габриэлю, потирающему ушибленное место. Ничего не изменилось, ты все такой же подлый, как и тогда был. Какой же ты недалекий. Скотт, поручаю его тебе, смотри, чтоб не вляпался в неприятности. Короче, он назло это сделал. Я опустил момент, чтобы высказать свое мнение о произошедшей ситуации, а он удалился. Зачем он поцеловал меня? Специально сделал так. Неужели он как-то узнал о том, что произошло вчера между мной и Крисом, и тем самым хотел подразнить его? Не похоже, чтобы он действительно был во мне так заинтересован. Что между вами произошло? Это долгая история. Я готов ее выслушать. Не в этот раз. Он отвернулся и пошел по направлению к автобусу. Эй, ты решил остаться здесь жить? Поспеши. И на этом, друзья, походу заканчивается, да? Все вот это. А ну-ка, да, мы проматываем счастливого Нового года, в конце было написано. И с вами был Блудлинес. Я не знаю, пишите в комментариях, кто вам больше всех понравился. Я попытаюсь все это выложить в крайний срок, ну то есть самый быстрый срок. И потом, после этой новеллы, мы будем проходить Доки-Доки, литературный клуб, и Дети Звездной Пыли попытаюсь взять. Не знаю, получится всю ее пройти или нет, но Доки-Доки я хочу до конца этого года точно пройти. И еще, что я хочу сказать, это то, что будет «Привет, Шарлотта» третьего эпизода, будет пикселька, и тут «To the Moon» вышел, но он на английском языке. Пока его не переведут, я его даже брать не хочу, потому что это такая игра, в которую надо проникать жестко, но переводить ее даже времени нету, в принципе. Так что, такие дела. Когда ее переведут? В январе, в феврале. Когда ее только переведут, мы ее сразу возьмем на прохождение. А с вами был Блудлинес. Наряжайте елочку там, наряжайте в комнате что-нибудь, делайте праздничную атмосферу, бахайте все круто, ставьте лайкусики, конечно же. Если кто хочет помочь, я сейчас собираю на поездку, и мне не хватает еще довольно много, но если хотите, можете помочь в донатике, можете или прийти на стрим, там задонатить, где угодно. Даже копейки, в принципе, могут помогать. С вами был Блудлинес, хорошее настроение, и ждите «Дети Звездной Пыли». Все-таки мы их возьмем, потому что много людей просили их, но самое главное, что то, что как вы будете их смотреть, посмотрим еще, разберемся, все будет видно. Хорошее настроение, готовьтесь к Новому году. Там учеба скоро закончится, потому что будут каникулы, и будет все охренительно. Пока-пока и до встречи.